Какое шум море, надо же. Прям как будто на море оказались. Да, слышим этот бриз, мы видим, как волны колышутся. А вот смотри, Оль, внимательно. Ты видишь, какое замечательное море? Да. Нравится? Очень нравится. А давайте теперь покажем наш диван. Кровать мы ее увидели. Итак, друзья, я хочу сразу сказать, что если вы хотите оказаться на море, ваш билетик всего лишь за 999 рублей. Либо мне нужно выбрать. Оль, либо море, выбрать. Либо розы. Боже мой, у нас получается два цвета на выбор. Совершенно правильно? Верно, Оль. Какое покрывало тебе больше нравится? Знаешь, то, которое на диване или то, которое на кровати? Не знаю, я так соскучилась по морю, но с другой стороны, мне так нравятся вот эти реалистичные бутоны, ярко-красные. Не знаю, вам какой больше нравится? Какой мне заказать? Олечка, давай откроем секрет. Так. Давай перевернем наши покрывала, и ты увидишь, что, приобретая одно покрывало, ты порадуешь себя сразу двумя дизайнами. Романтичным морским пейзажем и такими шикарными розами, опять же, на амалистическом принте. Прекрасно. Леопарда. То есть выбирать не нужно. За 999 рублей по цене распродажи вы, по сути дела, получаете сразу два покрывало. С одной стороны, это романтика, это яркие розы. А с другой стороны, Ирочка, оп, это наш отдых, это побережье, это море и наслаждение. Знаете, как здорово, вот вначале захотелось романтики, хоп, перевернули, у вас романтичная атмосфера дома. А потом захотелось куда-то поехать отдохнуть. Ну нет возможности, перевернули и отдыхаем. Оля, ты знаешь, вот я люблю такие покрывала, потому что они многофункциональные. Сейчас вы видите покрывало на нашей кровати. Мы покрываем нашу кровать. Мы защищаем ее, свое спальное место. Это гигиена. А вот ты знаешь еще, что по древнеславянским традициям покрывало защищает вашу кровать от взглядов злых людей и, конечно же, сохраняет ваш брак. Все то, что есть прекрасного, оно защищает от дурного влияния. Прекрасно. Если вы хотите от дурного влияния защитить свою спальню, свой дом, обязательно звоните, заказывайте вот эти такие символичные предложения. Морское побережье с романтической ноткой. Бутоны, как настоящий, боже мой. Слушай, вот все-таки поражаюсь каждый раз, когда я прихожу на работу, на телеканал Шоп-н-Шоу, смотрю на наши товары. Я просто не могу понять, как возникает такая реальность. Ну, как можно такое настоящее как будто нарисовать? Оль, сначала действительно этот рисунок рисуется художниками, либо выбирается замечательная фотография. Потом это все переносится на ткань при помощи 3D-печати. Да. Это специальный вид печати, которая передает все краски и все оттенки. Используются активные красители, которые глубоко проникают в структуру ткани и при этом передают мельчайшие тона и оттенки. Вы же видите перед собой роскошь роз. Вы видите перед собой это покрывало. Мы действительно волшебным образом переносимся на море. Эффект погружения в реальность. Вот он, 3D-эффект в действии. Ты знаешь, я еще обратила внимание, что это предложение очень мягкое, по тактильным ощущениям, но я не могу ладошкой ощутить и понять, что это за материал. А? Оля, а вот это микрофибра. Японцы ее придумали, а японцы знают толк в инновациях и в революционных, конечно, тканях. Представляешь? Эта ткань, микрофибра, тоньше человеческого волоса в 100 раз. За счет этого и достигается такая необыкновенная мягкость и такая необыкновенная бархатистость и нежность. Прикосновение вы чувствуете, ну, ласковой детской ладошки, теплой маминой руки. Вы буквально ощущаете теплоту песка. Вот эти ощущения передает нам ткань микрофибра. Если вы хотите ощутить вот свое присутствие на настоящем побережье, обязательно возьмите это предложение, тем более оно сегодня как никогда доступно по своей цене. Всего за 999 рублей вы можете приобрести двустороннее покрывало. Оля, а вот ты знаешь, за что я еще люблю микрофибру? Совершенно не поддается загрязнениям. Вот если обычная ткань буквально впитывает, да, так, грязь, пыль, то микрофибра, Оль, отталкивает ее. Представляешь? Слушай, а вот подожди, вот скажи, пожалуйста, ну вот, например, такие загрязнения, как, например, краска. Эти дети у меня рисуют почему-то не на столе, хотя у каждого свой стол. Они рисуют исключительно на кровати. И вот если они загрязнят, то что вот делать? Краска, например. А вот посмотри ручка, внимательно кофе. На экран. Обычный так? материал задерживает грязь, пыль. Он внедряется как бы в структуру ткани. А вот микрофибра выталкивает ее. Ага. В этом и заключается новая инновация. Это ткань нового поколения. Поэтому при стирке не нужно использовать никаких специальных средств,
сама ткань создана таким образом, что она, отталкивая грязь, выталкивает ее и остается необыкновенно чистой. Здорово, если вы хотите, чтобы у вас всегда было чисто, если у вас случалось такое, что на ваше любимое покрывало вы что-то разлили или еще кто-то разлил, это не отстирывается, это пятно, как бельмо на глазу, ну никак его не вывести, возьмите покрывало из микрофибры. Оно долговечное и на нем все отмывается. 999 рублей, две страны. Но я бы хотела заметить, что одна страна, вторая страна, а что посередине? А посередине, Оль, синтепон. Ты знаешь, вот за счет синтепона, видишь, как надежно скреплены все три слоя. Внутри находится у нас прослоечка из синтепона. И получается, что это легкое одеяло. Внимательно сейчас рассматривайте. Вы видите эту рельефную, замечательную строчку. Угу. А вот, кстати, Оль, рассмотри внимательно. Видишь? Строчка? Ниток-то нет, строчка есть. Опять же, это новые технологии. Так. Новые технологии – это термостежка. Громадные машины прокатывают сразу вместе три слоя, и получается, что крепко и надежно они соединяются. Видишь? И на обратной стороне то же самое. Mm-hmm. Та же самая рельеф. То есть насквозь, рельеф, да? Вот, конечно, насквозь. Соединяются все три слоя надежным образом. И опять же, внутри-то у нас синтепон, легкое одеяло. Используйте как дополнительные гостевые принадлежности.